Всем привет, ребят! С вами я, Маркус, и со мной Маша! Всем привет, ребята! Да, всем привет, ребят! И, ребят, я сейчас пойду, мне нужно у жителя, который зелье варит, зелье прыгучести забрать, мне срочно надо. Подожди, а ты где? Ну, иди за мной, мне же надо... Где? Да ты, алло, вот, я наверху, иди ко мне. Маша, я тут! Повернись сюда, вот я. Иди ко мне, мне нужно забрать зелье у жителя прыгучести, потому что мне там житель принял состязание, короче, чтоб я прошел паркур. А я немножко схитрю и все. Привет, житель, ты мне можешь сделать зелье прыгучести, пожалуйста? Ой, не могу, мне столько заказов, там и зелье регенерации, и зелье моментального урона надо сделать. Не, сейчас не могу, давай попозже. У меня столько всего надо сделать, приготовить, ты иди отсюда. Ну хорошо, потом сделаешь, ты не гори. И, кстати, житель, почему здесь у тебя здесь так грязно, именно в этой части деревни, а? Ну, времени у меня нет, мне надо зелье делать много-много, так что, ну, пока нет времени, может, ты уберешь, пожалуйста? Не, ну, я, конечно, могу убрать, давай, сейчас посмотрим. Ладно, не будем тебя отвлекать. А гравий надо убрать? Гравий? Да уберем сейчас, у меня в доме должна быть лопата сейчас. Давай, домой. Давай, я гравий уберу. Да подожди, пока не убираю, сейчас я все инструменты возьму. Так, что у меня здесь есть? Ну, возьму кирку на всякий случай. И лопату возьму. Все, я еще сейчас на склад посмотрю, что там. Я у него там видел воду. У нас, значит, был дождь, просто в деревне давно не был. Вот здесь ведро у нас есть, так, блоки, что у нас здесь еще есть? Так, здесь что? Блин, а свечей мало в складе. Ну, железный блок нам не нужны. И ладно, все, я иду к тебе уже, Маша. Все, Маша, к тебе телепортировался. Давай, я тебе дам кирку, а я себе лопату. Ты будешь, может быть, что-то киркой убирать. Я вообще не знаю, что ты будешь киркой убирать. Ладно, в общем, убирай. Хотя его лопату убирать, но я тебе кирку дал. Да, пофиг. Я заодно еще ему дорожки сделаю здесь. А что мне что? Убирать? Ой, ну... Я не знаю, что вообще копать. Что ты мне принес? Я чем буду это все убирать? У меня только одна лопата, я тут ни при чем. Да посмотри, песок, что ли, убирать? Посмотри, у тебя в доме же должно быть что-то. Песок убирать, что ли? Маша, у тебя что, в доме нет ничего? Я песок убираю. Маша, у тебя что, в доме нет ничего? Нет. Сейчас давай-ка я проверю, у тебя же должно быть что-то, нет? Нет. Да, сейчас посмотрим. Нет. Так, что ты говоришь, что нет ничего, у тебя есть лопата? Давайте, да. Ты что, даже не знаешь, какие у тебя вещи? У меня даже нет. Ага, я забыла. Ну, тебя давно не было тоже. Да. Ой-ой-ой, я тебя здесь по огородам. Ой, я тебя что-то нашла. Я у тебя арбуз поломал, тебе неудобно в дом заходить. Ты что, арбуз мой поломал? О, господи. Так у тебя неудобно заходить. С какой стороны? Давай. С какой стороны тебя не зайдешь, у тебя везде огорода. Как их не сломать? Там неудобно зайти. Я песок тогда буду убирать. Убирай, я здесь тогда землю убираю у него. Тут еще надо траву почистить, конечно. Блин, ножницы нет, это не очень хорошо. Но ладно, рукой уберем. Я здесь траву убираю. Вот здесь еще одна земля. Давай уберу ее. Это что сейчас было? Подождите. Я ничего не понял, погодите. Так, Маша, подожди, у меня сейчас здесь прогрузится там... все. Сейчас у меня здесь все белое, подожди, я к тебе телепортировался, ай-яй-яй-яй. Что там, Маша, огород. Говори. Огород? Подожди, у меня прогрузилось. Куда я вообще упал? Я не понял. Подожди, там же у него вода есть, подождите, подождите. Сейчас я возьму, вот, там сейчас... Там еще как-то там... Раз, два. Ты сейчас я тебе... Подожди. Так, сейчас. Сейчас я тебе тоже водички набрал. Так, Маша, ты где? Я тут, подожди. Так, давай, я тебе сейчас дам. Вот, держи. Мексико. Так, давай я первый буду прыгать. И посмотрим вообще, что там у нас. Маша, что ты здесь? У меня ведро. Сейчас я уберу, вот, хорошо, что у меня еще ведро есть. Да подвинься. Как ты теперь убрать, Маша? Да у меня ведро полное. Ну а как это вообще произошло? Не я же ел, у меня тоже полное. Как выйти отсюда, вот ты скажи. Что вы мне здесь все затопили? Да я... Да это все Маша как-то сделала. Это он, у меня ведро полное. У меня тоже, я не знаю. Я выйти не могу, что ты сделала? Теперь надо ему домик немножко сломать. Подожди, а где еще дерево? Выходи давай. Я сейчас закроюсь. Житель, ну как-то сам там выбирайся, там все думай.
И нам надо, а вот где это место вообще, а? Вот оно, все, давай прыгать и туда же отправляться. И ну, я как бы сделал ватердроп, но у меня два сердечка оставалось. Что это такое, подожди. Так, и что? Да я слышу, что ты мне 100 раз повторяешь? Я знаю, что горит. Что здесь вообще все горит, хотя бы потушило бы. Ну тогда сломаем блок, если я не достаю, да? Ну так что, да? Мог бы как бы вот так вот среагировать. Как бы не важно. О, горит, блин, надо быстрее. Да все равно здесь все разрушено, я заметил. Что уже здесь идти? И подожди, что здесь все разрушено? Здесь огороды. Не, за что огороды? Это самое важное было в деревне. Без огородов не жизнь. Подожди, это что-то похоже на компота? Это похоже на деревню компота, да, кстати. И что здесь делать? Деревня компота, и причем она разрушенная. И кузницы компота нету. А, вот его кузница, а что с ней вообще? Что здесь вообще с деревней? Что здесь происходит? Компот, капец. Если ты это смотришь в видео, то смотри, это не мы. Да, это, естественно, не мы. Что здесь? Да. Как это вообще произошло? Я вообще не понимаю. Что с компотом в деревне? Я не знаю. Так, сейчас я вот сюда прыгну. Блин. На церковь я смогу забраться? Ага, конечно. Что я так сделал? Я не знаю, вот он. Это компот в деревне. Я часы вижу. Да, надо забраться. Надо ее починить. Но ее уже не починить. Блин. Так, я сейчас... Я здесь часы взял. И вот, часы, да. Поздравляю. А я на самый верх забрался. Компот. Капец, здесь еще такая дырка. Что она здесь у нас под землей делает? Разрушенная деревня компота. Ты куда поднялся? Наверх. Где? На церковь. Ну, короче, сейчас буду спускаться. Что тут происходит? Да-да-да, что здесь происходит вообще? Здесь еще и деревья, и вообще, капец, даже что здесь? Даже у компота кузницы ничего не осталось. Только... Ё-моё, здесь внизу и цветы растут, что здесь вообще? Капец, здесь, как... здесь дерево растет, само по себе, здесь даже листвы нет. Только осталось отвал. Да ты посмотри, что вот здесь вообще. Это капец. Так, а ты где? Я вот здесь вообще деревья растут, смотри, не пойми как. Хотя бы хоть что-то осталось, но тут очень мало. Тут еще горит. Так, убирай. Я здесь хочу прокопаться вот сюда. Что ты орешь, как лягушка? Я здесь хочу вот так прокопаться. Лианы. О, я лианы нашел здесь. Капец, здесь какие-то заросли вообще. Что здесь происходит вообще? Я ничего не понимаю, ребят. Реально, что здесь происходит у нас? А здесь у нас что? Капец, здесь деревья все в лианах. Где я вообще? Я вообще уже мира каком-то. Где вот, вы? Вот последний. Ничего. Здесь и... Ё-моё, здесь даже шахта так, есть. Ничего, надо потушить. Так, здесь даже шахта какая-то есть. Ё-моё. Что здесь все разрушено такое? Офигеть. Что здесь? Так, мне надо выплыть отсюда срочно. Офигеть, сколько здесь воды. Неудобно даже. Ё-моё, как здесь отсюда выйти? Куда я вообще забрел? Подождите. Подождите, гравий, сломайся. Мне надо выйти отсюда. И вот сюда тогда надо выйти. Так, подождите. Сейчас я земельку поставлю. Вот так, так, так. Опа, все, я выбрался. Я здесь. Здесь вообще что-то целым осталось или нет? Ну, так. Ну, хоть колодец как-то целый, но все равно он тоже что-то поломанный. Здесь и дома маленькие поломанные. Капец. Надо отсюда, Маша, вообще выбираться и посмотреть. Ну и, короче, сказать смотри, этому... Смотри, тут что есть. Смотри, тут... Здесь были часы вообще-то. Надо отсюда выбираться. Мне земли не хватит. Я еще накопаю земли сейчас. И жителю, который зелье варит, сейчас мы у него спросим. Знает ли он про эту деревню? И вообще, что здесь деревня делает, да? Это очень странно. Я здесь уже добыл. Сколько земли я добыл? Ровно 64 штуки. Так, я выбираться. Так. Если ты увидишь это видео, мы вообще в шоке, то что да. Деревня. Тут так, твоя. Я уже выбираюсь. А ты мне температуру? Давай сама как-то, я сейчас занят. Мне здесь... Да, мне земли вообще хватит в порез. Я тебе даже сейчас могу если земли хватить. Видео давайте дам гравий. Компот, то компот будет в шоке. Держи, в общем, еще земли. Вот. Тебе хватит ее. Выкапывай. Все, я выкопался, в общем, теперь ты выкапывайся.
О, все, я на свободе. О, все, закрыла там яму. Теперь пошли к тому жителю, который варит зелье. И сейчас у него спросим. Ну вот это, Маша, лучше убрать. Все-таки, что ты здесь наделала. Так, я сейчас... Подожди. Ну, прости, житель. Мне нужна земля. Как ты вообще это сделала? Это не я, у меня ж ведро. Это твой Майнкрафт так сделал. Капец, здесь вода вообще не заканчивается. Как так можно было? Так, я прохожу к нему домой, чтобы воду эту убрать, которую ты здесь поставила. Житель, мне здесь надо... Мне надо дверь снести твою, чтобы воду убрать. Я дверь снес. Все, я убрал воду. Больше не ломай Майнкрафт, пожалуйста, Маша. А теперь, житель, ты не замечал деревню себя под низом? Чего? Какую деревню? Не говори фигню. Я зелье варю. Мы там просто нашли деревню. Я научу на компьютере. Деревню похожа. Она еще там вся разрушенная, как будто заброшенная. Что это такое, житель? Я не знаю вообще, что, о чем ты говоришь, какая деревня. Ну там под низом деревня была какая-то, я вообще ничего не понял. Какая-то разрушенная деревня. Это странно. Ну я не знаю, почему она вообще там. Это очень реально странно. Ну, житель, да, это реально странно, что там за деревня какая-то. Ладно, готов свои зелья. Выходи, Маша, давай. А, ты куда, житель? Зелье пошел давать одному жителю. А, ну ладно, иди. Ну все, Маша, давай тогда сейчас у него здесь все почистим. Ее здесь много, блин. И если были ножницы, было бы дело получше. Ножницы это только до овечки. Да не важно, траву и тоже можно убирать. Нет, ножницы. А у меня же там были на складе железные, блин, это все крафтить. Не хочу туда далеко идти. Давай так уже уберем рукой. Сейчас мы здесь воду у него уберем. То у него здесь тоже вода. Ой, а что я не убираю? У меня здесь еще лопата есть. Капец, сколько здесь воды. Потому что так она не уберется, да? Хотя... Нет, это какой-то бесконечный источник получается. А что ты так делаешь? Так, давай убирать. Так. А, вот, все, я взял землю. У тебя там трава убирается? Да. Ой, я тоже. Ты что, сделал зелье? Так, я уже здесь сделал. Теперь вот так. Все, я здесь все сделал. Теперь вот здесь убираем траву. Ее здесь много убирать. Капец, сколько ее здесь заросло. Мы будем заканчивать видео, а то мы убираем. Да, давай сейчас будем заканчивать видео, ребят. Ладно, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ставить колокольчик. Сегодня мы, в общем, ребят, уже убрали у него траву. Ну как, сейчас будем еще у него траву убирать, ребят. Ладно, всем пока-пока, ребят. Пока-пока, ребята.